Звуки. Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 27 ноября 2018 года. Я на Театральной площади и наблюдаю, что рабочие разбирают вот эти вот конструкции казачьего рынка. Так что, скорее всего, да, рынок будет закрыт. Там я вижу еще рынок работает, а вот здесь вот идет полным ходом Росной. Там еще вот слышны звуки, да, вот там монтировками. Так, все, да, все опустили вот эти павильоны. Вот. Ну а там вот рынок на Крепостной, так называют казачий рынок. Вообще у него официальное название на Крепостной. Там еще работают, вот видны. Вот, ну, посмотрим. Говорят, что, в общем-то, судьба рынка уже решена, однозначно его не будет. Ну, будем наблюдать за событиями. Чтобы как-то отвлечь внимание от проблем казачьего рынка, власти сделали здесь, на улице Астраханской, вот такую ярмарку выходного дня, которая работает не только в выходные дни, она сейчас постоянно работает. Вот, то есть привозят продукты. Ну, это все понятно, что вот эта работа с колес, это тебе не цивилизованный крытый рынок, каким является казачий. Все это временно. Поэтому, ну, вот так у нас всегда в России происходят такие события. Что-то хорошее ликвидируют, подсовывают что-то такое временное, якобы спасительное, ну а потом и это тоже закрывают. Такова действительность наша. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить оценку моему видео. Всего вам доброго. Если есть вопросы, задавайте. До следующих встреч. Ну а теперь о погоде. В Анапе дожди. Говорят, до 30 числа, и даже температура опустится до минус 12. Но, конечно, мы в это не верим.